Вчера в одной из воинских частей Тирасполя прогремел взрыв. Это результат атаки дрона «Камикадзе». В результате возникшего пожара уничтожен вертолет Ми-8. Жертв нет. Следственным комитетом республики возбуждено уголовное дело по факту подрыва вертолета. Назначена специальная экспертиза для установления взрывчатого вещества, которым был начинен беспилотник. Следствие продолжается. МИД осудил диверсию, подчеркнув, что такие действия угрожают жизни людей, миру и стабильности на берегах Днестра. По поводу теракта в Тирасполе направлено обращение участникам формата 5+2.